Добрый день, друзья. Пока Инстаграм приглашает наших зрителей, мы сегодня обсудим тему. Это недержание кала у детей. И сегодня с нами доктор, хирург, колопроктолог Пименова Евгения Сергеевна со стажем более 15 лет. И сегодня мы ответим на самые важные вопросы. Спасибо, дорогие родители. Здравствуйте. Добрый вечер. В Москве 5 часов. Киньте плюсик или какое-то оповещение, что меня хорошо слышно, хорошо видно, и мы с вами можем начать. Слышно ли меня? Покажите, пожалуйста. Да, есть плюсик. Ну, я надеюсь, что всем слышно. Еще раз представлюсь. Меня зовут Евгения Сергеевна Пименова. Я детский хирург клиники Фэнтези. И, наверное, большая часть моих пациентов – это пациенты с колопроктологическими заболеваниями, оперированные. Ну и в том числе приходят дети, у которых есть любые проблемы с кишечником. Поэтому сегодня мы решили поговорить о такой важной теме. Важной в том числе потому, что на самом деле о ней, наверное, не совсем удобно рассказывать родственникам, делиться этой проблемой на детской площадке, рассказывать другим родителям, спрашивать советы. И, к сожалению, зачастую сложно очень найти доктора, который помогает вот именно с такими деликатными проблемами. И я, честно говоря, была немного удивлена, но рада, когда прочитала один комментарий к посту Fantasy Clinic. Клиники, вот под постом про наш прямой эфир, одна мама написала, что неужели это бывает у детей, я никогда о таком не слышала. Это на самом деле здорово, что вы никогда не сталкивались с такой проблемой, но хочу сказать, что на самом деле, к сожалению, таких деток очень много. И вот мой прием, например, амбулаторный, и моих друзей гастроэнтерологов и педиатров, практически на каждом приеме встречается ребенок, у которого есть проблемы с неудержанием кала, или каламазаньем, или энкопрезом, его еще называют энкопрез. Поэтому сегодня расскажу я все, что знаю об этом, и постараюсь ответить на ваши вопросы в рамках вот такого онлайн-общения. Мы сначала будем говорить о неоперированных детях, то есть ребенок жил, все было хорошо, и вдруг ни с того ни с сего. В 3, в 4 года, в 7 лет вдруг родители отмечают, что появилось грязное белье. В этом случае проблема, сразу скажу, она попроще, конечно, чем у тех деток, которые оперированы, но здесь очень важно понимать, а почему так происходит. Вариации вот этого неудержания, они могут быть разными. Я сейчас буду рассказывать, а может быть кто-то из вас, но я так понимаю, что присоединяются все-таки те, которые сталкивались с этой проблемой, вы будете в каких-то вот вещах узнавать именно своего ребенка, как это может проявляться. Первое, что может быть, ну, обычно вот к первому классу, вдруг тоже, ну, может быть, это связано с каким-то стрессорным фактором. Ну, например, там, мы пошли в школу в первый класс, и вдруг сначала немного, но появилось вот такое подмазывание помарки кала на нижнем белье. И сначала вы думали, что это, ну, там, плохо подтирается, да, после того, как сходит по-большому ребенок. Потом это может ухудшаться и вплоть доходить до, ну, можно сказать, непроизвольное опорожнение. То есть очень много кала, который ребенок оставляет в нижнем белье. Либо, например, если брать малышей 3-4 лет, это может быть, родители видят, что малыш сдерживает стул. То есть всеми способами во время дефекации он пытается удержать, скрещивает ноги, категорически отказывается садиться на горшок, убегает куда-то, прячется, какает за занавеской там и так далее. И впоследствии это может привести тоже вот к тому, что от памперс очень сложно отойти, и уже в 5-6 лет все-таки приходит проблема того, что кал не удерживается. Кто-то тоже жалуется на то, что у ребенка нет позыва на дефекацию. То есть родители говорят, такое ощущение, что ребенок, ну, забывает, да, заигрывается, обычно так говорят. Такое ощущение, что он, ну, или, например, не хочет специально какать, мы ему напоминаем, или только когда уже мы чувствуем, что от него запах, мы говорим ему, что нужно сходить в туалет. Вот эти вот все вещи, они связаны с неудержанием и еще с одним заболеванием, которое является непосредственной причиной этого недержания.
И сразу хочу сказать, вам придется немножко погрузиться в классификацию недержания кала. Современная классификация недержания кала включает всего лишь две формы. Две. Первый случай – это ретенционное недержание, и второй – неретенционное. Ретенция означает задержка, то есть ретенционное недержание кала – это недержание на фоне задержки стула. То есть, по сути, это запор, когда скапливается кал, большей частью в прямой кишке. И даже если, не даже, а у ребенка не оперировано, всегда хорошо сформированы мышцы, анальные сфинктеры, но даже эти хорошие сильные мышцы, они не могут удержать вот этот в большом количестве кал, который находится в прямой кишке. И, соответственно, он когда-нибудь начинает вымазываться. От ретенции, от задержки идет недержание. И это большая часть недержания у детей. И это где-то, наверное, 85-90%. И это хорошо, потому что мы имеем возможность такое недержание лечить достаточно эффективно. Я сразу на нем остановлюсь, потому что, ну, это действительно, это очень большой пул пациентов. И, скорее всего, если у вас эта проблема есть, если вы не оперированы, то это вот именно эта вещь. Здесь нужно сказать немножко про запор, потому что у некоторых деток недержание кала выходит на первый план. То есть родители на приеме говорят, у нас нет запора, он какает раз в 3 дня, или он какает даже каждый день, там иногда небольшими порциями. Но вот нас это не волнует, как бы все нормально. Нас волнует именно недержание кала. Вот здесь нужно объяснить, что запор на самом деле, это не только длительная задержка стула, то есть когда ребенок не какает 5-7 дней, да, это понятно, что это действительно запор. Есть варианты запора, когда ребенок может ходить в туалет каждый день, но это все равно запор. Именно поэтому очень важно показаться доктору, который разбирается в этом вопросе, чтобы понять, есть у нас есть определенные критерии, они называются римские критерии запора. Туда входит неэффективное натуживание, большой диаметр стула, очень большие какашки, или наоборот скомкованные по типу овечьего, иногда дискомфорт, боль при дефекации. Это все относится к запору. И если мы это ловим, мы понимаем, что вот она причина вот этого подмазывания. А зная причину, конечно, нам всегда проще лечить заболевание, потому что в случае вот такого ретенционного недержания кала мы лечим именно причину. И хорошее лечение запора... Был слабый сигнал связи, я надеюсь, я сильно не пропадала. Хорошее лечение, грамотное, современное лечение запора, оно длительное, оно очень нудное, нужно вести дневник дефекации, нужно пить определенные лекарства каждый день. Но правильное лечение приведет к очень хорошему результату, ну, вплоть до полного освобождения от этого недуга. Единственное, что по лечению, сразу хочу оговориться, я не буду подробно в это погружаться, потому что не совсем вот, наша основная тема, но тем не менее, тоже если есть такие родители, которые говорят, что мы лечили запор разными средствами, такими и сякими, и желчегонными, и пробиотиками, еще чем-то, вот здесь именно вот то, что я говорила, нужно сделать акцент на правильное лечение запора, потому что по современным рекомендациям запор на самом деле лечится достаточно просто, но с определенной методикой, с подбором дозы, и лечится он осмотическими слабителями, конечно, да, никакими не желчегонными или какими-то другими препаратами, или БАДами, или еще чем-то. Вот здесь нужно в этом плане найти обязательно своего гастроэнтеролога или педиатра, хирург тоже может назначить это лекарство. Соответственно, вот это вот ретенционное недержание, оно выглядит, конечно, очень неприятно и страшно, но от него достаточно просто избавиться, если родители понимают, в чем суть, и имеют терпение, потому что там первый курс у нас терапии запора всегда 2 месяца. Иногда нужно и больше, иногда нужно курсами потом повторять там, и так далее. Но это достаточно такая благоприятная ситуация. Неретенционное, да, если мы говорим вот о детках неоперированных, неретенционное недержание, то есть нет ретенции, нет задержки, но он почему-то периодически не удерживает кал. Вот это намного сложнее лечить, но, слава богу, это из этих ситуаций намного меньше, то есть это где-то 10-15% от всего недержания. И здесь, конечно, нужно разбираться в каждом случае индивидуально, и нет такой вот хорошей эффективности, как в случае с ретенционным. То есть здесь работают и гастроэнтерологи, и педиатры, и психологи нередко, потому что здесь действительно... Нередко это связано с какими-то стрессорными ситуациями, нужно в этой проблеме разбираться. И, к большому сожалению, во всем мире до сих пор это не ретенционное, оно считается достаточно сложным для терапии. Мы понимаем, что шансов на успех не так много. Но в любом случае тоже в этой ситуации нужно разбираться. Это то, что касается недержания кала у неоперированных детей.
Если мы имеем какие-то врожденные пороки развития, атрезия ануса или болезнь Гершпрунга, или спинномозговая грыжа, я думаю, что сегодня к нам, ну, наверняка присоединились родители, которые пришли с моего аккаунта, это вот как раз такие дети, которыми я прицельно занимаюсь. И я думаю, что они уже многие знают, что здесь ситуация намного сложнее. И здесь у нас в недержании кала, к сожалению, играют роль такие вот врожденные нарушения механизмов дефекации, механизмов работы, моторики кишки. И все не так просто. Хотя, надо сказать, у меня есть пациенты, с которыми мы пробуем, когда есть определенные благоприятные пороки, так называемые, развития, мы пробуем тоже астматически слабительные, мы подбираем какие-то варианты диеты или вот этих препаратов, чтобы все-таки как-то наладить регуляцию кишечника. Потому что, как это ни странно, у таких деток, у них есть проблемы со сфинктерами, да, с мышцами, которые удерживают стул. При спинномозговых грыжах сфинктеры эти, ну, очень часто вообще не работают. Но даже вот с таким акцентом на эти сфинктеры, все равно основная проблема не в них, а основная проблема в том, что есть ретенция, есть задержка стула. То есть кишка работает неправильно, она очень медленно работает, или спазмируется, держит в себе стул, или просто очень, ну, такая вялая, да, ленивая кишка, мы ее называем. Вот ее расшевелить очень сложно. Но иногда мы пробуем тоже астматические слабительные или другие варианты, вот такой, ну, пероральный, да, через рот таблетки или растворы какие-то. Но, наверное, все-таки, ну, половина, может быть, и больше детей, у них эти лекарства не работают. Те лекарства, которые эффективны у нас вот при ситуации с неоперированным ребенком, у деток хирургических, они так хорошо, к сожалению, не работают, просто потому что причина, она намного сложнее, она именно такая врожденная. Конечно, у них в любом случае нам нужно каким-то образом эту кишку очищать, да, эту ретенцию убирать, чтобы не было недержания кала. И это проводится большей частью с помощью очистительных клизм специальных. Я неоднократно рассказывала про программу управления кишечником, где мы подбираем эти клизмы, потому что там очень много всяких нюансов. И вот сейчас тоже здесь в клинике мы проводим. У нас первый пациент, который проходит по программе, очень успешно, у него такая классная мама, которая все понимает, у нее все получается. И зачастую в случаях вот именно с операциями, да, есть дети, которые всю жизнь будут каждый день очищать себе кишку. Когда они подрастают, они делают это сами. В младшем возрасте это выполняют родители. Есть ситуации, когда в начале, да, там первые несколько лет мы активно помогаем и очищаем кишку, устраняем ретенцию, да, чтобы не было недержания кала. Но потом какие-то вот механизмы, они, видимо, дозревают, или вот что-то такое происходит, и ситуация улучшается. Здесь тоже в каждом индивидуальном случае мы не можем на 100% спрогнозировать, но в любом случае мы всегда добиваемся того, чтобы самое главное не было вот этой забитости кишки. И возвращаясь, кстати говоря, вот к неоперированным деткам, тоже, наверное, об этом нужно сказать. Чем плохо, помимо того, что он подмазывает, да, есть эпизоды неудержания, чем плохо то, что кишка постоянно, да, вот, по сути, содержит слишком много кала и нормально не опорожняется. Это плохо по многим направлениям. Во-первых, рядом с прямой кишкой в малом тазу находится мочевой пузырь, который прямо рядышком с ней. И если кишка прямая все время заполнена калом, да, она до конца не опорожняется, то в конце концов мочевой пузырь начинает на это реагировать и вести себя не так, как положено. Либо часто опорожняться, ребенок начинает бегать в туалет каждые 15 минут. Либо начинает мочевой пузырь не удерживать мочу, то есть присоединяет еще и недержание мочи. Либо, тоже такое бывает, на фоне вот этой вот постоянного скопления кала может возникнуть инфекция мочевых путей. То есть такие дети нередко, вот они приходят на прием, например, в 6-7 лет и говорят, что мы два раза в год мы пропиваем какие-то вот антибиотики или уросептики, потому что постоянно плохая моча. Она объяснима плохая, потому что все это время был нелеченный запор. Мы не знаем, каким образом у нас провоцирует вот этот стул застойный инфекцию. Ну вот, то есть нет каких-то, да, определенных механизмов, как эти бактерии переселяются из кишки в мочевой пузырь. Но это абсолютно точно доказано, что забитая кишка, она может увеличить риск инфекции мочевых путей. Поэтому здесь, конечно, в этом плане тоже вот по своевременному лечению запора, по назначению вот этих астматических слабительных в правильной дозировке, да, в правильном режиме, это очень важный момент, потому что со всех сторон будет лучше, да, в том числе и с мочевым пузырем.
Аналогичная ситуация и при операциях, да, особенно это касается деток со спинномозговыми грыжами. И родители их прекрасно знают, что инфекция мочевых путей – это прям вот бич, то есть это постоянно такие неприятные ситуации, постоянное лечение, поэтому у них вдвойне важно делать вовремя вот эти очистительные клизмы, очищать кишку, чтобы иметь возможность, чтобы снизить риск повреждения почек, да, на фоне рецидивирующей инфекции мочевых путей. И, наверное, последнее, что могу сказать по... еще один вопрос хотела бы осветить, потому что о нем на самом деле очень мало говорят в России и пишут мало в России. Я в свое время публиковала статьи на эту тему, потому что очень много детей таких вижу, а внимания им должного не уделяется. Если мы говорим о детях неоперированных и вот о запоре, да, когда родители говорят, нет, у нас нет запора, у нас каждый день стул. Есть такая ситуация, которая называется диссинергическая дефекация. Это, по сути, тоже запор, но такой он особенный. То есть диссинергическая дефекация – это нарушение самого процесса дефекации, именно момента, когда ребенок опорожняет кишку. В норме у нас при опорожнении, да, при дефекации напрягаются мышцы передней брюшной стенки, мышцы пресса, и сфинктеры, которые окружают кишку, которые окружают анус, они должны расслабляться, да, и выпускать стул. Это вот нормальный процесс дефекации. Но почему-то у многих детей, у очень многих детей, по разным причинам этот процесс нарушен. И во время того, как ребенок пытается покакать, у него рефлекторно мышцы снизу, которые охватывают анальное отверстие, они замыкаются, то есть спазмируются. Таким образом, не дают нормального выхода при дефекации. Это приводит к тому, что какая-то часть стула может выйти, и мама думает, что это был стул. Большая часть стула остается в прямой кишке, и там накапливается. И так с каждой дефекацией, то есть идет накопление, накопление, и потом это начинает выходить наружу, и как бы мы видим уже недержание кала. Вот эта диссинергическая дефекация, она есть у взрослых тоже, и у детей она тоже на самом деле не так редка. Ее сложно доказать с помощью обследования, потому что, ну, есть одно обследование, которое по всем протоколам нам ставит этот диагноз, а его малышам провести не всегда просто. Но на самом деле вот эту вот диссинергию можно подловить непосредственно при опросе, когда при опросе родителей, когда они приходят, они сами говорят, что такое ощущение, что он пытается, тужится, а у него не получается. Это вот тот самый вариант. И лечится такое состояние не очень просто, но в любом случае мы его относим к запору и начинаем грамотно лечить запор с определенным режимом дефекации, с высаживанием в одно и то же время. У взрослых пациентов есть такая волшебная БОС-терапия, биофидбэк-терапия, когда взрослого человека, да, у которого вот этот произошел сбой рефлекса, да, на расслабление этих мышц, у него поменялся, по сути, рефлекс на дефекацию, вот его переучивают на то, как правильно нужно расслабляться, именно вот с помощью этой БОС-терапии. У детей, к сожалению, таких программ пока нет. Есть БОС-терапия, а программ по России таких нет. Поэтому мы их лечим как запор. И надо сказать, тоже в большинстве случаев эффективно, но иногда бывают ситуации, вот здесь как раз требуется хирург уже как таковой, иногда бывает ситуация, что спазм сфинктеров, вот это, да, сокращение, настолько выраженное, что оно вообще не дает ребенку опорожниться. Такое тоже бывает. Иногда это идет с самого рождения, это не совсем понятная ситуация, какая-то странная, когда мы не видим больших пороков развития, но при этом есть вот такой вот сбой в системе. И эти сфинктеры расслабить ничем вообще нельзя, никакие слабительные не помогают. Здесь есть тоже новый вариант лечения, когда мы вводим в сфинктер ботулотоксин, то есть специально как бы парализуем на какое-то время вот эти вот спазмированные мышцы, которые мешают какать, налаживаем режим дефекации. И такой достаточно спорный метод, не то что спорный, но его можно обсуждать и нужно обсуждать с родителями. Я в свое время начала этот метод лечения, я очень надеюсь продолжить его здесь немножко попозже, потому что у некоторых детей он работает очень хорошо. Но есть много нюансов, мы всегда с родителями обсуждаем это на приеме, стоит или не стоит, все ли мы методы использовали, так сказать, консервативной терапии, какие могут быть побочные эффекты там и так далее. Это вот, то есть бывает даже, возвращаясь, да, к комментарию вот той мамы, которая говорила, неужели у детей такое бывает? Бывает, и причем очень много разных вариантов, вот именно связанных и с недержанием, и с этими спазмами. Вообще сфинктеры очень интересные такие анатомические образования, которые иногда себя ведут совсем не так, как положено.
Я думаю, что, ну, если вкратце, да, я просто не знаю, насколько аудиторию, кому что интересно, кому интересно про операции, кому не про операции. Я думаю, что основную часть информации я вам дала. И сейчас по вопросам, если будут какие-то моменты, которые я не досветила, тогда я попробую ответить. Добрый день, подскажите, какой объем клизмы нужен для возраста 4 лет и с чем лучше? Клизму делать без все-таки осмотра врача не очень хорошо, потому что клизма у ребенка, который не оперирован, это одно. Который оперирован, нужно смотреть по поводу чего он оперирован. Если вы вот просто говорить объем, то как мы его считаем? Если у ребенка не удаляли какую-то часть кишечника, то есть у него все на месте, у нас идет где-то 100 миллилитров жидкости на год жизни. То есть четырехлетнему теоретически, да, 400 можно ввести, хотя это будет уже максимум. Да, или либо 10-15 миллилитров на килограмм. Но, повторюсь, вам нужно быть очень аккуратным, потому что бывают ситуации, когда, например, вот этот спазм выражен, или у детей с болезнью Гиршпрунга после операции у них супервысокий тонус сфинктеров, завел раствор для клизмы, а он не выходит. Это очень плохо. Это вы не должны этим заниматься тогда самостоятельно, нужно обязательно обратиться к врачу, потому что после клизмы самое неприятное, что может произойти, это вот эта вот задержка раствора. Это плохо, так не должно быть. Вот. Ну а по объему то, что сказала. Если проблем с запорами нет, но ребенок 6,5 лет бежит в туалет, а трусы уже немножко испачканы, и это повторяется регулярно. Были у врача, физиологических отклонений нет в мышцах. Здесь может быть несколько вариантов. Может быть, все-таки какой-то вариант запора есть. У меня не просто потому, что да, вот я сейчас вам не верю. Неоднократно ко мне приходили пациенты, неоднократно, да, то есть очень много, которые говорят, у нас нет запоров точно, и при осмотре, при пальпации живота я вижу заполненную калом кишку, я даже обычно вот маму прошу вместе со мной пропальпировать, при этом он какает каждый день. И еще у меня на осмотре я провожу, если ребенок позволяет, если ему не больно, да, и он согласен, я провожу пальцевое ректальное исследование и смотрю, что в прямой кишке. Вот если там стоит много стула, много кала, тогда все варианты, что у нас нет запора, они не работают, потому что в прямой кишке не должно быть стула. А подмазывание перед тем, как бежит в туалет, очень похоже на то, что кишка все-таки переполняется. Есть какой-то вариант, что он ее нормально не опорожняет. И позыв чувствую, да, уже он бежит, да, вот резко срывается, бежит, когда кишка уже прям большая-большая и уже начинает прям сигнализировать по полной программе. Но сфинктеры просто не могут удержать то, что в ней так много было накоплено. Поэтому вот этот вариант у вас очень не исключен. Ну, понятно, что вас не видела, но просто эта ситуация очень мне знакома. И физиологических отклонений нет в мышцах тоже, смотря кто вас смотрел и... А насколько, ну вот что значит нет физиологических отклонений? Это вопрос такой, у нас же нет четких, да, вот каких-то приборов, которые нам показывают физиологические отклонения. Мне в этом плане очень помогает именно вот пальцевое ректальное исследование, потому что я на пальце вижу, как ребенок сокращает, как он расслабляет, есть ли там проблемы. Но если все-таки вот, да, вот совсем-совсем я не права, и у вас имеет место неретенционное недержание кала, что, повторюсь, вряд ли все-таки, да, вот то, что вы описываете, очень похоже на ретенцию, то да, здесь вариант лечения его совместный гастроэнтеролог, педиатр, невролог, возможно, и психолог. Но я надеюсь, что это не ваша ситуация, потому что я говорила вначале, что это, ну, не самый благоприятный вариант, когда мы не понимаем, почему ребенок своевременно не опорожняется. Здравствуйте. После операции болезни Гиршпрунга ректосигмоидная форма. Самостоятельного стула нет. Тонус мышц ануса. Помимо ботокса, что еще может помочь? К большому сожалению, мало что может помочь. Но когда есть тонус и нет возможности ввести ботулотоксин, нужно получать стул любыми способами, какими вы можете. В первую очередь необходимо иметь дома катетер Фалея большого диаметра, то есть это вот такая газоотводная трубка, которой вы раздвигаете мышцы и помогаете газу выйти наружу, иногда и стулу. То есть иногда бывает так, что завели трубку и отходит стул. Это хорошо, если это получается, нужно так и делать. Потому что при болезни Гиршпрунга есть определенный процент пациентов, и он не маленький, которые на фоне вот этой вот закупорки, да, когда очень высокий тонус, он не дает стулу и газу выйти, это может привести к внутреннему воспалению кишки, Гершпрунг-ассоциированный энтероколит. Это очень серьезное и опасное заболевание. Поэтому трубочка при болезни Гершпрунга, катетер Фалеи должен лежать обязательно дома, вот именно на такие ситуации.
А другие варианты, если мы видим действительно высокий тонус, то есть вот, ну, да, мы при осмотре это видим по клинике, по тому, как вы рассказываете, как стул происходит. А ботулотоксин очень перспективен. Единственное, там тоже есть нюансы, не на всех он действует. И, ну, то, что я говорила, да, много разных таких моментиков, которые нужно как бы при очном разговоре рассказывать. А другие аналоги, вот то, что делали раньше, да, там в советское время, и сейчас некоторые хирурги это делают, для того, чтобы убрать этот тонус, делали миотомию. То есть часть сфинктера просто, ну, убирали, да, иссекали, расширяли анальные отверстия. Это работает, конечно, но единственное, что определенный процент, определенный риск во время этой операции, если вдруг все-таки много сфинктеров будет, да, пересечено, слишком много, да, это приведет потом к недержанию, которое будет уже очень сложно купировать. В этом плане, конечно, ботулотоксин более для нас перспективен, потому что он временный, да, даже если у нас будут какие-то эпизоды неудержания после его введения, мы понимаем, что они пройдут. Добрый день. Персистирующая клоака 1,1 год после клизмы 200 мл плюс 5 мл глицерина. Ребенок в течение дня все равно мажет. Это значит, клизмы не помогают? Да, скорее всего, да. Здесь два варианта. Либо она недостаточная, хотя 200 мл у вас большой объем. Либо нужно увеличивать концентрацию, то есть кишка вялая, и нужно увеличивать глицерин для того, чтобы она порожнилась. Это нужно делать очень аккуратно и лучше со своим врачом. Потому что у нас есть определенный как бы, ну, потолок, да, нельзя полностью там глицерина много-много вводить в клизму. Либо есть вариант, что наоборот вы много делаете, очень большой раствор, у вас кишка заполняется и потом постепенно-постепенно выдает. То есть может быть лучше сделать меньше, очистить половину кишки, но при этом получить чистый промежуток до следующего дня. Но, конечно, без управления кишечником, без ирригографии, которую мы делаем, да, каждый день потом снимки делаем и оцениваем, это очень сложно сказать. Но если мажет, да, мы стремимся к тому, что при любых вариантах пороков, клоака, не клоака, чтобы ребенок был чистым. Бывают ситуации, когда это вообще никак не получается, но мы очень к этому стремимся. Но плюс еще все-таки вам годик. Понятно, что в год ребенок, в принципе, он может какать 3-4 раза в день, да, и не всегда за один раз вот все мы можем получить. Поэтому вполне вероятно, что с возрастом будет получше. Но все равно я бы, конечно, точно посмотрела, чтобы понять, что не так у вас. Как лечить гипертонус сфинктера, подтвержденный сфинктерометрией? Была операция 3,5 года назад по поводу атрезии с вещевой формы. Самостоятельный стул без слабительных отсутствует, при слабительных малыми порциями. Я выполняла сфинктерометрию, анорректальную манометрию достаточно активно. Года два, наверное, я этим занималась. Потом поняла, что на самом деле это не так важно, особенно при анорректальных пороках, да, потому что на самом деле при анорректальных пороках, да, вот то, что вы говорите, атрезия, свищевая форма, гипертонус сфинктеров – это, наверное, последняя проблема, потому что там изначально сфинктеры, они недоразвиты. И если вы при сфинктерометрии получили какие-то определенные цифры давления, их просто очень сложно интерпретировать, потому что у нас нет норм для детей, вот этих вот цифр. Да? Вот я когда выполняла эти исследования, я понимала, что у меня есть определенный набор цифр, а с чем их сравнивать, непонятно, потому что норм на разный возраст их нет. Поэтому я, честно говоря, это сейчас особо не делаю, вот именно с этими целями. А вам все-таки, ну, мне бы хотелось посмотреть, вот там, чтобы ответить на этот вопрос, ваш анальный канал, потому что этот высокий тонус мог прийти, например, из-за каких-то рубцовых изменений в анальном канале, и они дают проблему. Плюс узнать, какая именно у вас форма свищевая, потому что свищная промежность – это одно, свищевый уретру – это другое, там разные прогнозы и разные варианты. Но в любом случае, если у вас при слабительных малые порции, я бы перешла на клизмы, не боялась этого, нужно просто со своим доктором это обсудить, потому что клизмы здесь лучше. Вы слабительные можете все время по чуть-чуть, кишка все равно будет забиваться, расширяться, и потом с ней уже сложнее будет работать. Вот, поэтому насчет гипертонуса у вас, я честно вам скажу, сомневаюсь. При гершпронге, да, гипертонус – это не сюрприз. Стул только с трубочкой ежедневно, может быть, бужирование расслабит попу. Это, наверное, вот тот, кто про гершпрунг, да, я просто сейчас посмотрю. Да. Болезнь гершпрунга, ректосигмоидная форма. Стул только с трубочкой ежедневно, может быть, бужирование расслабит попу. Да, у нас раньше был тоже такой момент, когда не было ботулотоксина, но это не бужирование мы называли, а девульсия ануса.
То есть хирурги под наркозом растягивали анус, на какое-то время его парализовали, чтобы он не мешал какать, но потом он все равно входил в тонус. Либо маму обучали каждый день вставлять палец и держать. Это вот бужирование, да, такая дилатация ануса, она может помочь. Ну, конечно, ботулотоксин, он, честно говоря, получше. Я вот надеюсь, что все-таки мы продолжим это делать. Так, я надеюсь, меня слышно. Подскажите, ребенок 9 лет очень долго сидит в туалете, может минут 40. Это нормально? Нет, это не нормально. Вот, скорее всего, у вас и есть та самая диссинергическая дефекация. Диссинергия, то есть неправильная работа мышц. Он не может нормально опорожниться, он пытается потужиться, а ему снизу что-то мешает. Это действительно очень сложно. И лечить это нужно, ну, вот, либо у гастроэнтеролога, либо у педиатра, либо хирург, если занимается этим. К сожалению, я говорила вначале, что по этой диссинергической дефекации просто очень мало вообще говорят в России, мало работ, мало учебников по ней, да, поэтому как-то от нее отмахиваются. Здесь есть моменты, что нужно налаживать режим, что нужно. Иногда там я назначаю, например, расслабляющие ванны перед этим, да, потому что тоже все направлено на то, чтобы расслабить сфинктер. Как только голова поймет, как расслабляется, да, помните, я говорила про взрослых, которых обучают с помощью БОС-терапии. Это на уровне, вот, ну, по сути, такого безусловного рефлекса. С помощью оборудования, с помощью специальных компьютерных программ человек тужится, и сначала он сжимает, а ему на компьютере показывают, что он неправильно сжимает, и показывают, как нужно правильно, да, там, чтобы силой мышц, сфинктеров, например, там, поднять рыбку, которая плывет по экрану, или опустить. Таким образом, как бы человек понимает, что такое сократить, что такое расслабить. То есть вот это вот с помощью этих программ обучают взрослых пациентов. А детей очень сложно объяснить, расслабь попу, да, чтобы покакать. Но если он долго сидит, то, скорее всего, эта ситуация и есть. Нужно осмотическое слабительное, режим дефекации, контроль гастроэнтеролога. И если вообще ничего не помогает и супервысокий тонус, рассматривают вопрос ботулотоксина. Будет ли сохранен эфир? Да. Да. Спасибо большое за эфир. Все, вам большое спасибо. Мне кажется, я все прочитала. Достаточно быстро уложились, никого я не забыла. Друзья, мы еще пару минут будем на эфире. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавайте, мы сейчас ответим на них. Я думаю, что ну, у нас такой первый эфир вот, в рамках фэнтези. На самом деле, я думаю, что поклонники фэнтези, наверное, не очень привыкли к таким темам. Мои пациенты, которые, ну, я вижу, которые заходят, да, уже такими со специфическими вопросами, они прекрасно знают, как я люблю рассказывать про все это, как какашка идет и так далее. Поэтому я думаю, что в последующем эти вопросы появятся. И просто вот те родители, которые сейчас ищут доктора, который решит проблему с недержанием, как только они увидят подобный эфир, я думаю, что им будет намного проще. Спасибо за то, что вы есть и неравнодушно освещаете эту тему. Вам спасибо большое. Скажите, одной клизмы достаточно в день, смотря что у ребенка. Если вы не оперированы, возможно, вам не нужна клизма. Если вы говорите про операции и управление кишечником, то да, мы стремимся именно к тому, чтобы делать клизму один раз в день, потому что понятно, что мы не можем, да, пять раз в день человека клизмить. Это будет совсем плохо, не то качество жизни, которое мы добиваемся. Один раз в день, за который мы максимально отмываем весь стул из нижних отделов, чтобы потом не было мазания. У малышей это может не хватать. Иногда требуются две клизмы, например, если это необходимо. Либо он вымазывает, но там ребеночку, которому 6 месяцев, 10 месяцев, это не так пока страшно. А так, да, после 3 лет один раз в день нужно именно. Так, еще кто-то присоединился, но мы уже заканчиваем. Я думаю, все, да. Ну, какие-то вопросы, если будут потом, то мы еще что-нибудь организуем подобное. И тогда. Друзья, спасибо большое за участие. Если еще какие-то вопросы остались, вы можете нам задать в комментарии под эфиром. Эфир мы обязательно сохраним, поэтому заходите к нам на страничку, смотрите. Большое спасибо за участие. Да, вам спасибо. Всего доброго.